Друзья, привет всем. Мы решили пообщаться с нашими коллегами и конкурентами в Германии. Зашли на всем известный портал rusvetting.de или что там, .ru. Ну, вообще-то, выбрали первую компанию, которая предлагает услуги ведения. Здравствуйте, Евгений. Меня зовут Данила. Очень приятно мне, что вы мне перезвонили. Спасибо вам большое. Да, Данила. Евгений, мы разыскиваем какой-то ведущих и сопровождение музыкально на нашу свадьбу в следующем году. Вот наткнулись на вашу страничку. Хотели бы пообщаться с вами на эту тему. Вы проводите, что ли, правильно? Ну, конечно. Мы свадьба. Ваша специализация — свадьба в Германии. Да, отлично. Потому что Германия в основном этим уже нечем зарабатывать. Работают денег, да, потому что, в принципе, тут все на этом зарабатывают деньги. На день рождения мы тоже проводим вместе, чтобы без работы уже приятно. Мы сейчас с вами, вы мне приятно были свадьбу. Да, у нас свадьба, дня рождения пока нет. Смотрите, Евгения, я правильно понимаю, что у вас в команде 4 человека? У нас в команде официально 5. Мы Ловим. Есть какие-то шоу арт, которые могут тоже так же взаимодействовать с нашей программой. Это относится к бюджету. А вот скажите, пожалуйста, Евгения, давайте сперва дата. Мы планируем в следующем году, в 2017 году, к столетию Октябрьской революции, пожениться. 24 июня. У вас свободный день? Я понял. Хорошо. Значит, теперь давайте о программе. Что вы делаете? Вот что? То есть у вас есть, вы можете предложить как ведущего, так и музыкальное наполнение, да? Да, то есть я знаю, что вас интересует. Можно предложить вариант, что ведущая я, например, у нас просто как диджей Валериус, и мы иногда тоже там поем вживую. Валериус играет еще на саксофоне? Да. Талантливый Валериус. А он тоже поет Валериус? Да, поем. А давайте мы просто по цене узнаем. Вот сколько, например, диджей Валериус, сколько стоит? Ведущий это вы, да? Правильно понимаю? Давайте расскажу, давайте факты расскажу. Смотрите, она будет проходить, знаете, где она будет проходить? Сука, ни стыда, ни совести, нету. Ну, давайте мы к этому придем. Вот, 150 человек, значит, вот такие вот данные. Какая еще нужна информация? А начало примерно в 15:00. Сколько хотим праздновать? Дней 6. Да-да, я понимаю. Ну, вот давайте, мы в три по-любому начинаем. И вот сколько у вас там бесплатно до часу? Бесплатно, да. Ну, я имею в виду без... Но мне нужно понимать, сколько это стоит, Евгений. Я же не знаю, сколько это все стоит. Сколько стоит диджей и ведущий? Вот просто давайте самого маленького до самого большого. Мы поймем, сколько стоит, тогда я вам смогу примерно сказать, что мы хотим, что мы можем себе позволить. Я просто по телефону не говорю все, я присылаю это все по e-mail. Почему? За вами следят? То есть, что вы всякие традиции, там вот такие вот вещи проводите, или это мы все должны делать, или как это происходит? Конечно, все обсуждается, что вы хотите. Вы знаете, вот мы прям хотим вот отойти полностью, вот максимально отойти от всех канонов, от всех стереотипов, вообще не хотим никаких вот этих вот обрядов. Буквально несколько, буквально парочку, там хлеб, соль, снятие фаты, зажжение семейного очага, кража невесты, кража туфли, ну и еще... Нельзя столько много или что? Важно как, да? То есть кража туфли, кража невесты... Айнс. Но у нас дело в том, что у меня кавказские корни, и поэтому для меня это необходимо. То есть кража невесты – это необходимо, кража туфли очень хотела моя невеста. То есть это две вещи, которые должны быть. А почему вы над этим смеетесь? Это действительно так смешно? Всего 5. Я назвал всего 5 по запросу Евгения, потому что будет 300 рублей. Я назвал 5. На мой взгляд, 5 по отношению к 400 – это немного. Спасибо вам большое, вас запомним, мы на связи. Так, продолжаем. germanyevent.de. Да, продолжаем. 150 человек, из них 30 говорит по-немецки, 20 говорит по-русски, и все 150 говорят по-английски. Хорошо, отлично. Скажите, мне вы уже знаете, в какое время должно начать рассчитать? Да, в 15:00. Нет, церковного вечера не будет, атеисты мои, а в ЗАГСе будет. В тот же день, да. Действительно, колбасня и брать. Попусти.
Расскажите мне, пожалуйста, ваше представление максимально детализированно, чтобы меня было понятно. Так, ну смотрите, значит, мы себе представляли такой немножко, ну такой скорее легкую атмосферу с таким немножко французским флером, с напряжно, чтобы люди чувствовали себя, ну я не знаю даже как это объяснить, у меня не, ну первый раз свадьба, я... Надеюсь на это. Я очень хорошо понимаю, что вы пытаетесь сказать именно, собственно говоря, да. Одинаковые просто. Как меня пи***ли себе работать? Зайдите на наш сайт, а пока я вам расскажу, что на нашем сайте слово в слово. Они много говорят. Женщины вообще даже слова не дают сказать. Они что-то втюхивают.